проходить Бэтмен Архэм Азол. Что ж. Архэм. Так. В предыдущей серии нас на сломали нам Бэтмобиль. Мы взяли новое оружие. И мы спасли докторов. Разрешите представить вам блестящую работу. Нам нужно спасти докторов. Как вы помните? И мы видим, там кто-то уже есть. Ну, давайте пойдем в эту сторону. Для начала. Так, теперь давай сюда. О, бля! Ох, сколько народу там. Ходят слухи, что... Архимер... Так, мы тебя спасем. Бэтмен! Не надо слов. Ты в безопасности. Но это ловушка. Знаю. Но только для меня. Это правда? Ты величайший в мире сыщик. Как тебе это удалось, Бэт? Что за черт? Быстрее туда, ребята. Посмотрим, оценит ли он прямую удар в челюсть. Вот, ребята... 1 апреля! Бегом туда! Кончим! Сейчас я из тебя дури выбью. Хочешь попробовать? Ну давай. Готов. Бей его! По роже подопти! Я тебе кровь пущу, Бэтмен! Давай! Сейчас я из себя дурь выбью! Хочешь попробовать? На те! Готово. Не раздувайся от гордости, Бэт. Я тебя пока тренирую. Считай это анонсом гвоздя программы. Сам увидишь. Я пытался предупредить тебя, но не мог говорить. Успокойся, теперь все позади. С этим отребьем я справлюсь. Ну все. Одного доктора мы спасли. И пашет. Так, теперь нам туда. О, какой-то сюрприз. Всех пациентов просим сохранять спокойствие и медленным шагом вернуться в палату. Наше открытие вызвали массу споров о том, является ли психоз сам по себе токсином. Зависит ли степень повреждения мозга от длительности приступа. Так. Куда же пойдем? Наверное, сюда. Синий швар. Да, я правильно, я верно иду. Этот злобный сукин сын, Дэш! Это Б! А появление пациента Х стало настоящим прорывом. Благодаря пациенту Х началось полностью. Готово. Босс, все готово. В комнате газ, капитан Крюк там, не вылезет. Одна проблема. Бритва не успел выбраться. Он тоже там остался. Ну, будет теперь знать, как тянуть волынку. Никого не выпускать оттуда, даже бритву. Он подвел меня, да, я этого не люблю. Кэш, что случилось? Тревога в медблоке. Я услышал крики, нашел врача на полу. Попытался помочь, но комната заполнилась.
заполнил помещение газом, а мы попались в ловушку. Я-то здесь могу хоть всю ночь торчать, а вот док что-то неважно выглядит. Сейчас мы вас спасем. Вентиляция. Старая добрая вентиляция. Так. Фак. Не получилось. Ага. Нужно спасти его. Как можно скорее очистить комнату от газа. Да ты попробуй, Бетс. Тут даже нету куда крюком зацепиться. Может, отсюда как-нибудь можно. Не получается. И как же мне... Понял? Бэтмен, не знаю, слышишь ли ты меня? Табло показывает, что вентилятор номер один подключен. Есть. Блин, а? Вентилятор, док, пёс. Док, у него всё получится. Скоро мы отсюда выйдем, не волнуйтесь. Все три вентилятора зелёные. Мы на полной мощности. Скоро комната очистится. О, это сюрприз! Бэтмен всё-таки успел. В следующий раз, Кэш, я просто пристрелю тебя. Готово. Кэш один из самых старых и уважаемых охранников Архэма. Боится только одного из заключенных, убийцу Крока, который сильно ранил его во время бунта. Несмотря на то, Кэш твердо намерен держать заключенных под контролем и победить свой страх перед Кроком. Подождите. А, все, да? Окей. Может, здесь что-то нибудь есть там? Так в чем дело? У меня связь отрубилась вскоре после того, как ты привез Джокера. Беседа с пациентом номер 21. Имя Эдвард Никва, также известен как Ридлер. Итак, Эдвард, надзиратель Шарп сообщил мне, что ты опять выцарапываешь на стенах загадки с угрозами. Доктор Янг, видеть угрозы в безобидных загадках – признак паранойи. Можно вам одно загадать? Ну, давай. Кто сначала ходит на четырех ногах, потом на двух? А потом на трех. Человек. Младенец ползает на четвереньках. Взрослый ходит на двух ногах, а старик пользуется тростью. Неплохо. Только это всегда дитя. Да, сначала он бегает на четвереньках, но отрежьте ему ноги, и оно поползет на двух точках опоры. Дайте ему костыль, захромает на трех. Видите? Это ужасно. Как ты можешь шутить о таких вещах? Спокойно, доктор. Это не мое дитя. Псих. Ридлер псих. Не знаю. Мы его запираем. Он бежит, гибнут люди. Побыть бы наедине с этой тварью хоть минутку. Не нужно было уходить из интенсивной терапии. Я бы проследил, чтобы он оставался там, где ему место. Что ж,
Там, вижу, вентиляция есть. Ну ладно. Туда. Персоналу все еще нужна помощь. Да, Бэтс. Медперсоналу. Где детонатор? Где он? Так, ладно. Просим сохранять спокойствие и медленным шагом вернуться в палату. Мне уже не терпится выложить один секрет. Нам на вечеринку придут двое старых знакомых. Один из них очень боится, что ты будешь. Тоже не повидавшись с ним, а другой... Улучшение. Давайте броня 3. Так. Встреча со мной. Куда нам там? Может, сюда пойти? Теоретически. Я сюда пойду. Диатрической клиникой и реабилитационным центром такого класса. Все знают о так называемых... Так. ...прошедших здесь курс лечения, но это далеко не все. Наши малоохраняемые корпуса — тихая гавань для нормальных... Дуру-д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 уру, Бэтмен. Уворачивайся, идиот! Это все, что ты можешь? Все. Добро пожаловать в парк. Мы здесь, чтобы помочь. О. Зачем вы так поступаете? Я сделала все, что вы хотели. Посмотри на меня. Думаешь, мне не подходит? Кончай ныть и прочисти уши. Если кто-то подойдет к тебе без официального разрешения Джокера, мне приказано пришить тебя в ту же секунду. Пожалуйста, нет! Ага, не то. Она сдохла. Легче легкого. Сыграл на тебе, как на скрипке, а потом оборвал все струны. Спокойной ночи, Бэтс. Вот блин, а. Зачем вы так поступаете? Я сделала все, что вы хотели. Посмотри на меня. Думаешь, мне не пофиг? Кончай ныть и прочисти уши. Если кто-то подойдет к тебе без официального разрешения Джокера, мне приказано пришить тебя в ту же секунду. Походу, ты наш козырь в рукаве. Должен сказать, босс серьезно подошел к делу. Распланировал все не хуже военной операции. У нас друзья... Внутри. Да не то, блин! Пожалуйста, вот черт! Она сдохла. Я сейчас тебе покажу. Легче легкого. Сыграл на тебе, как на скрипке, а потом оборвал все струны. Не ту клавишу нажал. Спокойной ночи, Бэтс. Ух, если ты меня попляж. Зачем вы так поступаете? Я сделала все, что вы хотели. Посмотри на меня. Думаешь, мне не так. Хочет? Кончай ныть и прочисти уши. Задочка Ридлера. Кто-то подойдет к тебе без официального разрешения Джокера. Мне приказано пришить тебя в ту же секунду. Похоже, ты наш козырь в рукаве. Должен сказать, босс серьезно подошел к делу. Распланировал все не хуже военной операции. Ага. У нас друзья... Внутри и снаружи. Я понимаю, что для этого, как вы говорите, дела нужны друзья. Что происходит? Они говорили так, будто взяли власть. Неужели Джокер на свободе? К сожалению, да. Но это ненадолго. В тот раз я не один месяц изучала дело Джокера. Надзиратель четко дал понять, что я должна вылечить пациента.
Плохая пресса испортит ему предвыборную кампанию. Это меньшая из его проблем. Боже, чуть не забыла. Они говорили, что обшаривают здание. Они охотятся за врачами. Нет проблем. Весь персонал спасен. Вам лучше оставаться здесь. Что дальше? Все медики спасены. Пора вернуться к следам Харли Квинн и Гордона. Мы здесь, чтобы помочь вам. Окей. Получается, я так. Помните, тихий пациент, счастливый пациент. Добро пожаловать в Аркхем. Вы здесь, чтобы помочь. Когда Аббас Аркхем основал это наше учреждение, мало кто верил, что оно станет психиатрической клиникой и реабилитационным центром такого класса. Все знают о так называемых суперпреступниках, прошедших здесь курс лечения, но это далеко не все. Наши малоохраняемые корпуса – тихая гавань для нормальных людей с некоторыми проблемами. Ты нашел их? С ними все хорошо? Да, сейчас они в безопасности. Бэтмен, у нас новая проблема. Мне нужно вернуться. Все записи там. Нельзя, чтобы Джокер до них добрался. Доктор, это слишком опасно. Остров – зона боевых действий. У вас нет ни шанса. Это дело всей моей жизни. У вас нет права. Я отведу ее туда, Бэтмен. По-моему, пришло время расплаты. Я против этого, но... Кто вызвал лифт? Это не мы. Он идет с нижнего этажа. Вот, блин. Бери доктора Янг. Найди ее записи, потом укройтесь в безопасном месте. Остальные скорее в смотровую. Забаррикадируйтесь внутри. Он говорит, что он где-то здесь. Рассредоточиться! Фак! Ты все это построил? Вообще на больницу не похоже. Бух! Готово. Либо мы верно идем назад. Ага. Здесь все и было. А вот куда нам надо идти, понял? Так. Лифт. Архам аналист. Ой, как просто. Ты прикинь, я запер тебя в маленький железный ящик, висящий на соплях на большой высоте. А что, если я выбью аварийный тормоз и сброшу тебя, как мешок с кутятами, а? Спокойной ночи, Бэтс. Бум! Я ночью не сплю. Я Бэтмен. Это я пошутил. Я припас для тебя пару сюрпризов. Жди встречи со своими страхами. Страхами? О, нет. Только не пугало. Только не пугало. Есть только пугало. Отпусти меня!
Вытащите меня отсюда! Кажется, милый доктор сегодня начал пораньше. Твой сеанс еще не скоро. Уверен, тебя вызовут, когда он освободится. Скажи, Бэс, чего ты на самом деле так боишься? Не спасти этот дерьмовый городишко. Не найти вовремя комиссара. Йо, Джекера в стрингах. Это уже, это точно страх. Умоляю, Бэтмен, спаси меня! Нет! Чёрт! Комиссар Гордон! Чё у Бэтмена с глазами? Что-то тут не так. Прости, Джим. Барбара. Я... Прости. Я опоздал. Приносим извинения. Набранный вами номер недоступен. Пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала. Барбара, ты там? Пожалуйста, повесьте трубку. Я найду убийцу комиссара Гордона. Йо. Морг. Йо. В попу морг. Что за бред? Не понял. Окей. Отец? Ты должен был остановить его сына, как подобает настоящему мужчине. Мама? Помоги нам, Брюс! Спаси нас! Йо! Хоррор! Йо! Outlast! Бэтмен в Outlast! Ох, нихрена ж себе!